Всем привет, друзья! С вами Шин и Даром. Пилим диванный обзорчик на колесо. Сегодня решил снять Dunlop ET81 модификации EX. Колесо идет, насколько мне известно, только вот в таком размере. 110 на 100 на 18. Колесо это позиционируется как покрышка для эндуро. Причем для Hard Enduro. Сейчас расскажу почему. Что ж, тут у него еще интересного. По грунтозацепам, если смотреть, есть моделька Dunlop ET81 без EX. Отличаются они только составом. То есть рисунок протектора у них одинаковый. Ну, если говорить о расположении грунтозацепов, то грунтозацеп расположен достаточно редко. И в таком... в лопаточном, что ли, формате. Интуиция мне подсказывает, что такое расположение грунтозацепов, оно для мягких грунтов. То есть у этого колеса будет хороший зацеп, хорошо будет грести грязь, песок, мягкий грунт, потому что между шипами, между грунтозацепами много места свободного пространства. И как раз этим свободным пространством будет хорошо покрышка вгрызаться в мягкий грунт. Вот. Ну, конкретно по этой модификации EX, подозреваю, что это переводится, расшифровывается экстра. Экстра это у нас супер мягкий состав, супер мягкий компаунд. Вот вы можете наблюдать. Я беру шип и просто его сгинаю на 90 градусов, почти он деформируется. Состав, ну, просто очень мягкий. Резина прям липнет к пальцам. Сверхмягкий состав. А для чего он нужен? Такой состав используется в мототриале, в триальных покрышках. И он хорошо пристает к поверхности. То есть, офигенный зацеп на этой покрышке. По Dunlop ее делал для Hard Enduro соревнований. То есть покрышка должна работать в очень тяжелых условиях. От твердого грунта до скользких камней, скользких бревен и других нереально жестких условий, на которых зацепа добиться очень сложно для мотоцикла. Ну вот такой состав сверхмягкий, он позволяет добиться зацепа в таких условиях. Что еще по ней рассказать? Ну, естественно, чем мягче состав, как вы понимаете, тем быстрее резина будет стираться. Это стоит учитывать при выборе данной покрышки. Как бы, в принципе, наверное, все. Прикольное колесико такое. Интересное. Мягкое. Но мне когда первый раз в руки попалось, я подумал, что оно бракованное, потому что, ну, очень мягкий состав. Ну, потом почитал, разобрался и понял, что да, так и должно быть. Ну, все. Всем привет. Надеюсь, что-то полезное было. Вот, если будете ставить лайки, комментарии, что там полагается, будем снимать еще. Всем пока.